Приветствую вас, мои дорогие друзья, вы находитесь на канале Чаны. Сегодня до меня добралась очередная посылочка. Она установила своеобразный рекорд. Эта бестрековая посылка добралась до меня всего за 8 дней. Это рекорд. У меня уже была такая посылка, но очень давно, примерно год назад. Достаем. И да, это USB-паяльник. Чего только китайцы не придумают от USB-разъема. Вот придумали уже USB-паяльник. Жрет он 1,5 ампера. Ну, я думаю, мы сейчас это все проверим. 5 вольт, 8 ватт. Ну, как раз 1,5 ампера. Написано, что разогревается за 15 секунд, остывает за 30 секунд. Что меня очень радует, у него есть защитная колбочка такая, чехол. В комплекте идет подставочка под него, USB-шнурок с 3,5 мм джеком, сам паяльник, ну, припой положили еще. Паяльник сам достаточно миниатюрный. Сенсорная кнопочка, прикоснувшись к которой, он включается. Давайте его подключим и посмотрим, сколько он потребляет энергии. Я его подключил, и он потребляет 0, потому что для его включения нужно прикоснуться к сенсорной кнопочке. Эх, вот, заработал. Пошел нагрев, и итог потребления 1,2 ампера. Ну что, предлагаю его протестировать. У меня тут есть мультиметр с термопарой. Попробуем залудить проводок. Для начала давайте засечем, как быстро он разогреется. Включаем его, светодиодик загорелся. И измеряем температуру. Очень быстро набирает. Опа. Опа. 200 градусов уже. Ну, уже, в принципе, все, рабочая температура. То есть он ее набрал буквально там секунд за 15-20. Все, готов. Ну что, пробуем залудить проводок, посмотрим, как он себя поведет. Ну, как видите, мощности 8 ватт не хватает для того, чтобы залудить какие-то большие провода. Резко остывает. Ну, вот заново пошел нагрев. Это основной косяк данного мелкого паяльника. Разогревается он быстро сам по себе, но и при этом очень быстро теряет температуру. Залудить какой-то толстый провод им будет очень тяжело. Ну что, пробуем еще раз. Готово. Ну и все, он остыл. Опять прогрелся. В принципе, получилось, но паяльник при этом остывает очень сильно. Максимальная температура, до которой мне удалось его разогреть, это около 320 градусов. Давайте попробуем его до максимума разогреть. Я просто видел на некоторых обзорах, что его разогревали там до 500 градусов. Я не понимаю, у меня такого не получилось. Я не смог добиться такого результата. 320 градусов это максимум, что у меня был. Ну все, завис на 318, 319, мелькнуло 320 и все. То есть я считаю, что это максимальная температура, до которой он разогревается, 320 градусов. Но на самом деле паяльник отличный, он подходит для мелкой пайки. Я пробовал им паять маленькие компоненты, он вообще супер это делает. Но вот на подобных проводах, там 0,5-0,75 сечения, не хватает мощности, он очень быстро остывает. Как выходной вариант там с пауэрбанком, например, в машину что-нибудь пойти сделать. Ну, в принципе, это приемлемо, там проводки какие-нибудь припаять. Паяльник мне на самом деле очень понравился, он в руке как ручка лежит, очень легкий. И мне очень нравится вот этот колпачок, который можно надеть и сразу кидать в сумку паяльник. Не нужно ждать, пока он остынет. Как вы видели, мне удалось залудить провод сечением 0,75, но достаточно тяжеловато. То есть на грани. Более толстый провод он уже не возьмет. Но какие-нибудь простые проводки, тоненькие, припаять, это отличный вариант.
Заказывал я этот паяльник на сайте aliexpress.com, обошелся он мне немного дешевле, чем $5. Я считаю, что это отличная покупка. Я ей очень доволен и рекомендую данный паяльник к покупке. Всем спасибо за внимание, с вами был канал Чинаев, всем пока!